Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Ну что, сегодня заканчиваем ивент. Нам осталось пройти всего лишь два задания, а у нас три энергии. Поэтому сундучок с тобой мы этот получим. Так что поехали сразу в бой. Ну что, я вижу только мумия. Здесь легендарная первого уровня. Она вообще нам ничего не сделает, потому что мы ее быстренько уничтожим. Так, ну что, у нас цветочный дед плюс яд. Естественно, Гринч. Как же без него? Кстати, я за кадром, когда играл, друзья мои, выпала мне одна карта. Потом покажу. Ну-ка, давай. Получится, нет? Тихо-тихо-тихо, цветочный дед. Ты посмотри, а? Мумия паршивая. Не сдается. Так, минус скелетоша. А это сейчас начнет, да? На тебе. Так, Гринч, будь добр. Рисани, пожалуйста, мне всех, кто упал в бою у нас. Так, познакомься с моим питомцем, кричит. Давай, познакомимся. Поехали, поехали, быстрее. Так, опять эта мумия прет. Я только сейчас увидел, что у дедули на ногах милые тапочки. Смотри, стоит. Слушай, по-моему, ему крышка. Тебе так не кажется? Смотри внимательно. Ну, последний удар. Есть. Ну что, отлично. Остается нам с тобой сделать еще один поединок, и сундучок будет у нас в кармане. Так, 7 кристаллов. Загадочный раф. Кстати, мы рафа можем с тобой прокачать. Пиратский ром и Ольга Воровка Сердцеед. Плюс пират Мэри. Ну что, остается последний поединок. Давай быстренько его завершим. Опять же, тут ничего сложного нету. Четвертый уровень, третий, первый уровень. Ага, Янси 19 уровня. Но я думаю, что шансов у него пробить меня нету. И не будет. Давай вот так сделаем. Сейчас мы его тут разнесем в хламину. Вызываем Гринча. Опять он кричит: ах ты малявка. То есть это я малявка, да? Ну что, давай, наверное, вызовем эльфа. Все, все, ребята, очень быстро. Я даже не успел среагировать, как мы здесь победили. Ну что, открываем сундук. 4 кристалла выпадает нам. Плюс, оу, дедуля прокачивается до 15 уровня, оказывается, у нас сегодня. Дымчатая попка. Плюс побольше тина. Странный кувшин. И леди Лорен. Так, ну мы должны забрать с тобой призовой сундук. Получить. В нем 100% должна быть одна легендарная карта. Так, ну что, 2000 монет. 200 кристаллов. Неплохо. Белладонна. Обезьянья кислота. Мистер Стоппер. Бернадет. И Майк. Друзья мои, вот. Новая легендарная карта у нас появляется. Доселе у меня ее не было. Ну что же, я нас поздравляю всех, что мы завершили событие. Довольно было прикольно. Награды были приличные, мне понравилось. Так, ну что, дедульку нашего прокачиваем. Так, 15 уровень. Где у нас Раф? Вот, кстати, друзья мои, пузырек. Это класс танк. Фракция пираты. Скорость движения медленная. Так, а что он делает? Атака повредит всех противников вблизи. Заклинания могут взорвать героя, и герой взорвется и повредит всех противников вблизи. То есть мало того, что он бочку эту вставит, взрывает, так он еще сам может взорваться, да? Окей, так, стоит ли нам прокачивать? Давай, ладно, Бернадет прокачаем. Опа. Вторая звезда, отлично. Так, смотрим дальше. Где у меня Раф? Мне нужен Раф. Вот он. Ах ты, 1500 он стоит монет. Ладно, подождем. Накопим. Так, открываем. Здесь еще сундук у нас накопился. Так, бумзи. Буря. Телепопка. Шутка-попка. И воду Бернадет. Как-то так. Давай следующий поставим на открытие. Ну, здесь я, наверное, ничего пока смотреть не буду, уже за кадром.
Так, смотри, мега предложение. И сколько оно стоит? 349 рублей, друзья мои. Получаете 500 кристаллов, 5000 монет и вот такие вот замечательные карты. Это для тех, кто донатит. Так, ну что, события клановый сундук. Я смотрю, ребята у меня там пыхтят. Остается совсем немножко, мы перейдем с тобой на третий уровень из 10. Ну что, давай, наверное, потихонечку будем... Так, подожди-ка. 100 монет заберем. Давай, наверное, потихонечку с тобой дойдем до 255 уровня. Я думаю, нам это не составит никаких проблем. Ничего себе, он тут закутался, посмотри. Раз, два, три, четыре. Четыре легендарные карты. Плюс стрелок. Я даже... Я даже не знаю, как тут будет у нас все это происходить. Я, конечно, попробую, но это для меня это жестко. Хотя он 10 уровня. Естественно, донатер, друзья. Естественно, донатер. Как ты еще можешь все это получить? Так, давай-ка мы, наверное, с тобой яд сюда поставим. Потому что, мне кажется, сейчас будет стрелок. А, возможно, и не будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, посмотри, что творится. Вот это вот фиговенько. Так, допустим. Мы с тобой рисанули. Жестко, конечно, все. Так, там старикашка, я смотрю, да? Вредитель несчастный. Нет, там не старикашка, ребята. Там у нас стрелок. Да, мы его накрыли. Так, отлично, отлично. Блин, опять этот... Чувачок-пират, который сейчас будет. А вообще-то он ничего не будет делать. Вот так мы с тобой сделаем. Вот и все. Вот и великолепно. Да, друзья, по-моему, победа за нами здесь. Ничего он здесь не успеет сделать. Все. Первая победушка. Ну что, забираем награды. Так, домохозяйка Анжела выпадает. И идем на следующий поединок. 252-я миссия. Ну что у нее здесь опасного? Ан Бумеран, да, у него здесь. Дед первого уровня, зачем он его взял? Тут что-то вообще как-то непонятно у него команда. Ну, есть Галас 31 уровня, который, я думаю, здесь вообще ничего не сделает. Ладно, видимо, он со старичком погорячился немножко. Арена мастер этот. Ладно, посмотрим, что он тут затеял. Так, у него брок-любовник, я смотрю, идет. Угу, и вот мы пошли вместе. Так, это вышло из-под наших чар. Так, бумеран идет. Мне не нравится, как бумеран тут отдуплилась. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, вот эту вот. Окей, нормуль. Так, Галас, да? Стрелок фигов. У него ничего не получается. Не может он нас здесь прожать. Ну, сам видишь, что выходит. Выходит, что ему сейчас будет крышка. Свои же запинают, скорее всего, да? Так, можно кислоту поставить здесь. Давай так вот сделаем. И, в принципе, все. Замечательно. Что нам здесь выпадает? 8 монет, опыт и паучья попка. Ну что же, 253-я миссия. И опять же, здесь ничего страшного нету. Бегуны в основном, да? Ну, против бегунов у нас есть свои методы. Во-первых, у нас есть кислота. Во-вторых, у нас тоже есть бегун, плюс садовый дед. Так что шансов у них здесь отбегаться очень-очень мало. Так, давай-давай-давай. Отлично. Так, возьмем с тобой дедулю, амурчика нашего. Так, давай-ка назад, родной. Нечего тебе здесь делать. Опять кактус. Вот, давай, дерись. Побежал.
тыч. Смотри, что творят. Так, еще одного детка Амура позовем. И, наверное, все. Дальше он будет сливаться. Причем жестко будет сливаться. Здесь две перегородки у нас стоит. Смотри, что происходит. Замедляшку активировал. Поздно, батенька, поздно. Замедляшка тебя уже здесь не спасет. Сколько? 1000 монет выпало? Точно. 254-я миссия. Так, что у него? Раф 26 уровня. Лорен 6 уровня. Так, у него ярость. Интересно на это все посмотреть. Ярость 11 уровня. А у нас с тобой обезьянья кислота 9 уровня. Ну что, давай посмотрим, кто кого, кто сильнее. Так, это у нас Мэнни. Тихо. Зачем ты Лорен сюда зовешь? Блин. Понятное дело, что она сильнее будет. Отдуплилась, и это хорошо. Так, ну давай, родной мой. Блин, там идет этот Раф. Вот сейчас было хорошо сделано. Так, а Раф не может уничтожить, да, садового деда? С одной плюшки. Давай, бомби в своего хозяина. Не хочет. Блин, сейчас шмальнет, нет? Не шмальнул. Так. Давай, убиваем. Придется вызвать мага. Без него никуда. Смотри, что происходит. Не даем ни единого шанса противнику. Плюс еще кислоту поставлю сюда. И все. Остается просто добить. Отлично. Таким макаром, друзья, мы, наверное, с вами пройдем полностью локацию. Гога бабуля выпадает. Не знаю, пока я трогать не буду. Хотел ее прокачать вначале, но передумал. Так, вот здесь у нас будет разыгрываться сундук. Я смотрю, садопопка 3-0 6 уровня. И у него есть торнадо. Ну, у него только торнадо, у него нет яда. Если бы с ядом было бы, да, я немножко бы опасался. А так, ничего страшного не будет. Давай. На яде все ребята будут помирать. Вызываем Гринча. О, садовый дед просто никого не выпускает. Смотри, что творит. Одного за другим просто своим копьем валит и все. Изи катка, по-другому не назвать. Так, ребята, вылетела у меня игра. И, я так понимаю, сундучка мне не дали, да? Который был здесь. Замечательно просто, что я могу тебе сказать. Шваркнули меня. Да. Хорошо, я это запомню. Ладно, друзья мои, 256-я миссия. Поехали. Ничего тут страшного нету, заморозка нам, как говорится, ничего не сделает. Так, 6 уровня бегунок. Плюс дед-алкоголик с 26 уровня. Ну, давай проверим, кто, как говорится, кого. Отлично, с удара валим, это уже плюс. Так, дедуля Амур, давай быстрее. Так, вот от этих избавляемся, от всей шушры. Смотри, прет, а? Опа, и все. Заморозил. Так, а мы вызываем своего Гринча. Этого хламона он, по идее, должен завалить, да? Упс. Успел старикашка отойти, иначе сейчас бы нам тут был раскромсон по полной программе. Давай, всех тыкай тут. Так, алкоголикс. Давай-ка, наверное, еще позовем себе магичку. Доколдовался дедок. Опять заморозка. А мы вызовем опять с тобой Гринча. Все. Быстро и легко. 6 монет, 20 опыта и кристалл. Давай следующий поединок сразу же, на горяченькую. И это 257-й.
Да, я думаю, что здесь тоже ничего страшного нет. Можно было бы, конечно, поменять нашу колоду, но тогда будут опять проблемы, как всегда. Где-то будем фейлиться, а это время. А времени у меня в обрез, потому что мне надо уже идти на работу. Наконец-то крайняя смена, потом выходные. Господи. Да еще так холодно. Уже осень, ребят, наступила, да? На дворе. Так что... Смотри, как этот бомбит очень даже сильно. Как тусенка завалили. Давай вызовем нашу магичку. И, в принципе, все, да? Тут пару выстрелов. И арена-мастер будет у нас повержен. Смотри, смотри, смотри. Что-то сопротивляться начал вроде как. Ну... Удар нанесите один, и все, ему крышка. Есть. Прекрасно. Ну, награда здесь вшивенькая, поэтому даже не стоит смотреть на нее. Двигаемся к следующей битве. Здесь у нас будут гемы. Надеюсь, игра не вылетит. Как с сундучком. Так, у него здесь курица. Опа. Плюс вот этот бегун. Слушай, это офигенная, кстати, подборка. И цветочный дед 7 уровня. Как мы будем здесь с тобой справляться? Скажи мне на милость. Слушай, я, наверное, лучше поменяю противника. Я прекрасно знаю, что такое дед 7 уровня. Это будут большущие проблемы. Ну, здесь куда еще не шло. Хотя, друзья мои, дед 8 уровня. Твою налево. Ладно, давай попробуем. У него кислота есть. И есть у него ураганчик. Упс. Вот это вот плохо. Так, и плюс у него, я смотрю, этот есть. Вот это дерьмо. Это, ребята, дерьмо полное, по-моему. Но... Нет, его дед сильнее. Подожди секунду. Что-то он не то. Его этот поле начинает выходить и сразу бомбить. Может быть, нам сюда яд поставить все-таки? Сразу же. Вот смотри, делаем так. Вон, видишь, у него Гринч бежит. Как-то вот так вот, наверное. Хотя смысла я не вижу, ребят. Абсолютно ничего не поменялось вроде бы, да? Ух. Нет, ничего не получается. Как этого старика к чертовой бабушке вырубить, а? Ну-ка, если мы с тобой возьмем... Может быть, вот такую колоду? Хотя я не особо уверен. У него, опять же, не забывай, есть кислота. Естественно, этой кислотой им воспользуются. Так, ну что, мы отравили, например, да? Мои тут бомбят, и, как ты видишь, мы вот втроем, смотри, мы втроем бомбим по нему. И вот этого я как раз и боялся. Вот этого я как раз и боялся, что он выпустит рано или поздно кислоту, там, где все мои стоят. Поменять, давай еще, наверное, поменяем противника. Потому что против этого деда, ну, бесполезно мне драться. Ну и что же нам тут выпало? Ну, вот с этим отрядом еще можно подраться. Здесь, по крайней мере, нету старичка. Раф 27 уровня, бабуля Гого 26 уровня. В общем, все, что мы любим. Так, поехали. Сделаем, наверное, вот так вот. Плюс старикашка. Смотри, какая бабка противная, а? Да. Схлопотал. Давай, давай, закалывай его. Неудачно получилось. Так, давай еще, наверное, деда вызовем. Ай-яй-яй. Ты смотри, 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 что происходит. Так, допустим. А дальше что нам сделать надо? Что-то, по-моему, ничего у нас не получается здесь. Как-то странно.
Так, бегунок. Гринч. Опять этот подобьет, да? Давай, 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 накрамсывай его, пожалуйста. Есть. Удача улыбнулась нам. Так, что у нас там получается? Ага, три турни мы получили. Ну что, друзья мои, предпоследняя миссия на сегодня у нас. Здесь опять же все на изи должно быть. Кактусенок не проблема, бегунок не проблема. Так, вот это только, да? Большая Тина. Секунду, блин, большая Тина бежит. Бежит, блин, охламонка. Так, надо ее, наверное, вот здесь вот. Опа, опа. Так, ну мы успели ее подбить, и это уже хорошо. Гринч, давай, выходи, ты нам нужен здесь. Так, а это ждет, ждет следующего залпа. И сейчас, кстати, она начнет бомбить. Хорошо, хорошо, отлично. Так. Вот этого подбейте, отлично, нормуль. Так, старикашка, выходи. Ух, разбор полетов пошел какой, смотри. Так, она психанула, это Тина психанула. Ну ничего у нее не получилось. Все, походу кончились у этого бойцы. И мы сейчас будем его бомбить. Ну тут быстро, конечно, все получилось. Так, быстренько посматриваем, что нам тут выпало. Так, сторожевой глаз. В принципе, ничего интересного нету. Так что двигаемся дальше. Последняя, друзья мои, 260-я миссия. Подожди секунду. Я хочу забрать здесь награды. Выиграй битву с одним из легендарных героев в команде. Подари одну редкую карту. Подари. Клан. Вот, вот это вот меня раздражает. Когда заходишь в клан, почему-то вот начинает, ребята, вот это вот подлагивание. Не знаю, с чем это связано. Так, у меня еще два места есть в клане, так что, ребята, заходите, милости просим. Сразу видно, кто играет, а кто нет. Хотя он в игре, вот этот парнишка Егор Леон, он в игре, но почему он не участвует в набитии кубков? В сундуках. Видно, кто играет, да, а кто не играет. Так, ПВЗ. А как им карты можно подарить? Так, вот. Кто-то просил редкую, да? Редкую. Давай мы так вот сделаем. А вот здесь подарить. Нормуль. Так, ну что, предлагаю пойти на последний поединок. 260-я миссия. Ну, тут ничего страшного нету. Думаю, быстренько с ними разберемся. Кактус, Бумзи и перволинейный Пузи. Поехали. Тихо, тихо, тихо. Стопэ, блин. Смотри, что творит. Так, нам срочно нужен Гринч. Что-то их тут много скопилось, кстати. Нет, 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 не вздумай подходить к нам тут. Ах, сейчас, нет, не успел рубануть. Щекотно, говорит. А вот и команда моя вернулась. Так, минус кактус. Давай еще одного детка позовем себе на помощь. И дедульку. И еще одного Гринча. И кислоту. Все, мне кажется, тут крышка ему. Да, ребят, победа за нами, сами видите. Сундучок. Так, 42 монеты. Опыт, это понятно. Рыжая Джина и паучья попка. Так, ну, следующий портал у нас с вами. Опа. Так, монетки. Дальше выпадает рыжая Джина. Турни. Сторожевой глаз. Глупый Орок. И ярость. Ну что, друзья мои, мы открыли с вами новую главу, 14-ю. И теперь можно разблокировать вот этих вот персонажей.
У меня без разблокировки их целая куча, если честно. Ну что, давай, наверное, с тобой на этом закончим. Но обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.